вот эти птички ловят грифы, мертвую змею. Вон, смотрите, чтобы вы понимали, какие змеи здесь есть. Вот они. И вот они на ветках сидят на таких, и может на вас такое счастье чайно упасть. Вот они, видите, сидят. Приятного мало. А мы по джунглям гуляли. Видели, да, какая змеюка большая? И вот вы по джунглям гуляете, идете, она на вас хлоп. Я даже не знаю, тут очень неприятное ощущение. Прямо возле дороги мы увидели, что грифы сидят, едят что-то, остановились, и тут змея. Сейчас спрашиваем, какие здесь самые опасные животные. Максимально хочется попробовать местного колорита. Я попросил нашего водителя и гида остановить нас еще в деревушке в одной. Я просто увидел краем глаза, что открывается просто какой-то умопомрачительный вид. И я не знаю, почему они здесь не останавливаются. Ну, потому что для них это и так уже все хорошо. Они привыкли к этому. Я вам сейчас покажу, какой вид открывается на долину. Я не знаю, передаст эта камера, не передаст, но это просто бомба. Леш, бомба? Да. Офигенно, да? Я тоже не понимаю, почему. Я тоже не понимаю, но случайно просто увидел, смотрю, такая долина. Сейчас увидите. Веранду ставить. Ребят, вот смотрите, какой вид открывается. Здесь, ну, конечно, видите облачность, и уже солнце село, и не видно все, но тут открывается там на сотню километров, наверное, возможно, даже до моря, потому что там не видно. Очень красиво. Очень красивый вид. Я спрошу, как эта деревушка называется. Ну, и тут вот местный колорит. Все стандартно. Одноэтажные, двухэтажные домики. Все максимально просто. Это просто обычная деревня. Сейчас 7 часов, где-то 6:30. Видите, уже ночь, темно, солнца нету, поэтому я теперь понимаю, почему 2 дня надо. Ну, потому что если большая группа, когда мы 2 человека, мы там быстро оперативно. Когда автобус 40 человек или там 20 человек, то реально за день не успеешь. Потому что очень большие переезды, 3 часа туда, 3 обратно, на водопады еще 2 часа. Мы только в дороге очень много времени проводим. И поэтому будем смотреть ночью этот город. У них мы проехали набережную, набережная очень большая, там много людей гуляет, много ресторанов, кафе, гораздо больше, чем Вородеро, то есть, ну так, визуально. И у них площадь Ленина есть, ну, площадь, где проходят все мероприятия, площадь Свободы, может, площадь Ленина, сейчас уточню, как называется правильно. Вот какие красивые здесь здания, их много, конечно, если бы мы были днем, мы могли бы больше поснимать, но даже с подсветкой они смотрятся очень красиво и круто. Туда можно заходить. Крупный плантатор здесь, на город Дворец-дом. Ага. Но сейчас он ездит как самый крутой ресторан в городе. Его конфликтовали. Это сейчас они самые дорогие конструкции, которые могут на его конструкции 8 миллионов евро. Здесь все сделано с итальянского мрамора. Этот хозяин, это сам хозяин, он, ну, если вы слышали, рассказывал наш гид, что хозяин поехал в Европу по делам,
в это время очень сильно подешевел сахар, и у него случился инсульт, и он умер. Только он жив, плавал из нас. Поэтому он тут особо не пожил. А жена, потом у него 8 детей, все это продал диктатору. Батисту. И уехал в Европу обратно. И здесь очень красивая декорация, резьба, очень красивая обработка. Ну, то есть вот это надо видеть, то есть вот такая мелкая. Смотрите. Вот оно, да, все. И все из мрамора. И мрамор итальянского, привезенного именно с Италии. Сейчас мы поднимаемся на обзорную площадку. Здесь есть три башни, которые символизируют силу, религию и любовь. И у нас здесь должен открыться красивый вид на что-то. И это сейчас действующий ресторан, самый дорогой, ну и самый престижный в городе. Если вы хотите здесь покушать, welcome. Это набережная. Здесь раньше находились дома самых богатых людей данного города. Сейчас здесь гуляют туристы. Много здесь всяких мест, где можно покушать. Население данного города около 300 тысяч. Здесь финальная развязка, судя по всему, кольцо. Мы поднялись на самый верх, на смотровую площадку, и отсюда открывается прекраснейший вид. Ну вот смотрите, какой я вам сейчас покажу. Ничего не видно. Во-первых, потому что ночь, во-вторых, потому что высокий забор. Смотровая площадка, ничего не видно, а вот лестница очень даже интересная. Мы спускаемся обратно. Здесь, судя по всему, стояли какие-то еще статуи. Но их уже нету. Посмотрите, какая красивая резьба. Это все из мрамора сделано? Это все мрамор, резьба по мрамору. Но это очень круто, очень красиво. Нет, я думаю, там какие-то статуи стояли, а это уже воткнули то, что было. Сейчас мы находимся в главный вход в дом. Здесь красивые двери резные. Это, короче, это на один, полу на мозаика с рыцарей. Это считается тут. Вот мозаика, о которой я говорил, рыцарь один. Вот второй. Очень красиво. Это самый длинный аллей на Кубе. Вот это? В аллее всем с колоннами. Ну и ты сразу ванну сабес ahí? Ну. Aquí en Cuba, donde más tierra hay, mariconas aquí. Mi hermano antes, cuando estaba el servicio social ese...